У эфира программа «Новины региона». У студии Катерина Городницкая. Витаю вас и сегодня в выпуску. Глядите. На замену отводится до 5 месяцев термины и адресы, где у Могилеве планируют установить новые лифты. Махчима колы резали ножом, пошкоджены 11 автомобилей, хулиганство у Бобруйску. Почему их нужно кормить, расскажешь нам? Дитячие садки включились у экологичный проект «Покорми птушек зимой». Шестьдесят восемь лифтов планируют заменить у шматкватерных домах Могилева сёлета. Так само необходимо завершить работы по установке лифтов, работы на яких распачали летось. Таких у городе каля 120. И, как подкреслили во управлении коммунальных предприемств, программу мают намер выконать у полном объеме. Сучасные, комфортные, как означают распрацовщики, с повышенным узроньем безопасности. У них есть видеоназирание и двери николи не защемят пассажира. У этом доме по Пушкинским проспекте такий лифт заявился недавно. Хороший лифт. Что особенного оценили? Ну, чистота уже, аккуратность. И никто вот бережно люди уже относятся к этому лифту. Уже стараются заходить аккуратненько, ничего не бросают. У першую чергу меняют лифты, которые служили как минимум четверть стагодия. Как означают в управлении коммунальных предприемств, у Могилеве таких каля 800. Делают диагностику, и при результатном диагностике принимается решение, что лифт уже исчерпал свой ресурс. После этого принимается решение о замене. Они уже заменены, часть за 18, 19 и 20 годы, все будет их три приведены в соответствие. Жыхары дома по улице Бурденко с нетерпением чекают запуска нового обсталевания. А покуль санки, например, заховывают у багажниках авто. А сталые люди часом навод не выходят за продуктами. Простей заказать доставку на дом, покуль ведется монтаж лифта. 8-й этаж, нормально. Когда с работы идешь, 12 килограмм рюкзак, 12 килограмм ребенок, 24, пошел. Ладно, я вроде взрослый человек. Жена у меня не, она не может. У нас машина. Рядом с подъездом временный склад вещей. На улице часто ходите? Нет, сейчас мы не ходим, потому что очень неудобно нам вот носить. Когда уже приходится, в поликлинику там уже. А так стараемся поменьше, потому что у меня дочка младшая, 4 года вообще не хочет, сказала мама, ножки болят, по лестнице не пойду. Ну, а эти в школу только уже приходится. В данном объекте закончен монтаж лифтов. Ведутся постановочные работы по системе видеонаблюдения кабин. Также идет подключение диспетчерской связи в пульте диспетчерского контроля. Я думаю, что до конца месяца эти работы будут завершены и лифт будет сдан в эксплуатацию. На замену лифта отводится до 5 месяцев. Специалисты подкресливают, любой подъемник – это объект повышенной небезопасности. Тому про его монтаж спешаться нельзя. Юлияна Шлыкова, Александр Артемьев, Миколай Соболев, «Новины региона». 26 студеня по традиции пройдут прямые телефонные линии у гарвыканкамах Могилева, Бобруйска, а так само во всех райвыканкамах Могилевской области. У Могилеве на совесть жыхарами выйдет старшиня Могилевского городского совета депутату Андрей Кибло, телефон 42-21-02. У Бобруйску телефонование по номеру 76-21-41 будет принимать старшиня горсовета Михаил Желудов. Прямую телефонную линию у облвыконкаме проведет старшиня облсовета депутатов Дмитрий Харитончик, телефон для совести 50-18-69. В Осиповецком районе у аварии загинул жыхар поселка Сосновый. По информации Держаутоинспекции, мужчина переходил дорогу не по пешеходным переходе и трапил под машину. Хоть на пешеходе был фликер, водитель автомобиля «Пежо» не смог предугадать ДТЗ. От отримленных травм мужчина помер на месте. По факте ДТЗ проводится проверка. Разбираются зараз правоохранники и у аварии, якая отбылась у Шкловском районе. Тут, каля вёски Манькова, автомобиль века сбил жыхара города Круглые, який стоял на проездной частке и, по словах инспекторов, был у стане алкогольного опьянения. У вынику ДТЗ пешеход отримал шматлікие травмы, его шпитализовали. Раскрыли злочинство по горячих следах. У Бобруйску сотрудники криминального вышуку затримали жыхара города, якого подозревают у хулиганстве. По информации правоохранников, ночью он пошкодил колы 11 автомобилей.
Пошкоджаными оказались те машины, что на ночь мясцовые жыхары припарковали у дворы каля домов по улицах Рокоссовского и Ульяновской. По следах надрезов на гуме можно было мерковать, что колы резали ножом. Благодаря записям камер видеонаблюдения, которые установлены во дворах домов, сотрудниками уголовного розыска УВД Бобруйского горосполкома была установлена личность злоумышленника. Им оказался 43-летний, ранее судимый бобруйчанин, который в ту ночь, находясь в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений, повредил автомобильные шины, используя нож. У теперішній час подозрений у злочинстві затриманий. У дочиненні до його розпочата кримінальна справа по артикулі хуліганства. По законі йому може погрожати відказність позбавлення волі на термін до 3 років. Хірург Глузької больниці Владимир Тісяневич названий у ліку переможця у республіканського конкурсу «Супердоктор-2018». Організаторами виступили громадське об'єднання і онлайн-супольність урачов. Переможців вибирали по кількості становчих відгуків від пацієнтів. Усього у конкурсі удільничали каля 700 докторів, у адрес яких написано більш за 4 тисячі становчих відгуків. Владимир Тісяневич, який амаль повстагоддя працює на Глушині, отримав 139 відгуків з подяками, теплими словами у адрес любимого лекаря. Команда Хотинского района – переможца областных спаборництв по биатлоне «Снежный снайпер». Удельники разыграли опошние комплекты медалей. Усяго за узнагороды областных спаборництв по биатлоне «Снежный снайпер» у трех узростовых группах змагались больше за 270 удельников. Самое сложное здесь – это обгонять и как бы стрелять. Стрельба – это самое сложное. И штрафные круги. Биатлон мне нравится, потому что это как бы тяжелый вид спорта, но он очень увлекательный. Ваши мальчики удержат вас в тройке? Наши мальчики, думаю, да, потому что многие годы тренировок упорных занимались по 3, а то и по 4 часа. Мы очень старались, чтобы победить, чтобы попасть хотя бы в тройку. Яны спаборничали у спринте и эстафете. Сярод лепших юные биатлонисты с Климович, Кировска и Хотинска. Апошние – абсолютные переможцы командного залику. Здорово, что так получается. Ну а в целом традиции. Из, так сказать, поколения в поколение это идет. Вот. И ребята уже как бы знают, что нужно для этого делать, какой объем тренировок провести. И та атмосфера, тот праздник, который есть вот сейчас, это незабываемо это ребенку, ну, понимаете, такое он не забудет, наверное, никогда. Юные биатлонисты сформируют сборную в области. У лютым яна выступить у финале республиканского турниру «Снежный снайпер». Дарья Семенько, Илья Соболев, Александр Тарасов, новини региона. Больш за 200 спортсменов будут змагаться у Могилеве за узнагороды зимового открытого чемпионата Беларуси по легкой атлетице. Спаборництвы пройдут у спорткомплексе «Олимпиец». Лепших вызначать у 16 видах программы. У тым ліку бег на разные дистанции, спортивная хода, скоки у довжиню и вышиню, штурхание ядра. Турнир стартует 29 студеня. На чемпионат Беларуси приедут самые ведомые атлеты краины. И еще одним удельником спаборництва станет сборная Израиля. Все звезды, Алина Талай, Эльвира Герман и Максим Недосеков, Дмитрий Набоков, наша могилевская звезда, будут здесь. Мы очень рады будем видеть могилевских поклонников легкой атлетики. Очень грандиозно планируется тоже и шоу, и культурная программа. Бэнкси у Могилеве. Выстава по творчеству Бэнкси открылась в выставочной зале Музея истории Могилева. Граффити стала часткой сучасного мастерства, и Бэнкси, британский мастак стрит-арта, его самый знакомитый представник. Что есть поглядеть на выставе, расскажут наши корреспонденты. Ён анонимны, яго працы социально вострые и при гэтым надто дорогие, а пиар-акции становятся самыми горячими новинами у свете. Гэта все про Бэнкси. Бэнкси мне всегда нравился, я за его творчеством слежу давно и радует то, что в какой-то степени карикатура, она тоже перекликается с Бэнкси или Бэнкси с карикатурой. Это все копии работ британского мастака. В областном центре выставу первыми увидели журналисты и мастаки. Бэнкси – имя, якое шмат значит для сусветного мастерства. Его граффити хвалюют публику во всем свете больше за 20 лет.
В общем, это не вандализм, это искусство, так я понимаю? Это категорически не вандализм, это прекрасное искусство, решенное в жанре вандализма. Бэнксі адрозніваецца гумарам і вострымі сацыяльнымі тэмамі. Яны скіраваны супраць вайны, мілітарызму, сацыяльнай няроўнасці, знішчэння экалогіі, беднасці, грамадства спажывання, гвалту і гэтак далей. Бэнксі выказваецца наўпрост без намёкаў і без абмежаванняў. Яго лозунг «Мяркуй па-за рамкамі, зламай іх». І ён ламае. А вот он не боится, совершенно по-новому диктует свои мысли и изображает таким образом, что наш художник мог бы не дойти до этого. И при всей вострине такого мастерства все же у британского арт-мастака есть надея на лепшую будущую. Как у девчонки шар сардечка, а у протестанта на улице букет кветок. Заместо разбурения – мир и прихожусть. Такая хорошая возможность прийти с кем-то и это все обсудить. Каждый маленький, даже совсем мелкий эпизодик дает возможность поговорить и сделать какие-то выводы. Дарэчы, у апошнім пакоі выставы стаяць плакаты. Гэта фотозона. Селфі з супрацьваенным плакатам у руках – гэта заўсёды актуальна. Ілона Іванова, Александр Тарасаў, «Навіна рэгіёна». Дзіцячыя садкі Магілёва зноў уключыліся ў экалагічны праект «Пакармі птушак зімой». Бацькі разам з дзецьмі робяць кармушкі, каб птушкам не было голадна і тыя змаглі перазімаваць. Педагогі ўпэўнены, што такія справы вучаць дзяцей дабрыні і клопату. Нашы корэспандэнты наведалі дзіцячы садок нумар 11 Магілёва. С одного боку, это добрая справа, каб птушкам не было голодно. С другого – сапраўдны адукацыйный момент. Дзеці знаёмяцца с птушками и их асаблівасцямі. Днем спит, ночью летает. Привлекаем к этой акции, к изготовлению кормушек, в частности, родителей. Выставки совместно родительского творчества, они способствуют формированию нравственных аспектов в семье. И, соответственно, с помощью родительского слова, участия родителей в таком благородном деле, у детей развивается сострадание, появляется возможность оказать сочувствие. Драўляная з пластыку, картону, як будзе выглядаць кармушка, залежла толькі ад фантазіі бацькоў і дзяцей. Галоўнае, каб яна была зручна для пернатых. Папа твой дзела? А как папу зовут? Папа Серёжа? Серёжа, да? Молодец, постарался, молодец. Выхавацелі дапамаглі павісіць кармушкі на дрэвы, а корм у іх паклалі дзеці. У свае 4-5 гадоў хлопчыкі і дзяўчынкі добра ведаюць, зіма – гэта цяжкі перыяд для птушак. Держы ягодкі, насыпай. Твою кормушку. И ты насыпешь, да? А зачем зимой птиц надо кормить? Потому что что они не умирают зимой. А чего они могут умереть? Потому что если их не кормить. Потому что все засыпано снегом. А зимой нечего им кушать? Зимой есть. Нет, кушать просто тут снег. И дай на емком. А что вы им сегодня насыпали в кормушки? Корм. Какой? Пчина. А почему их нужно кормить? Расскажешь нам? Да что, голодные. Гэта акция, упэўнены педагогі, вучыць малых дабрыні и дапамагаць тым, кому нялёгка. Наталья Ильинич, Дзяніс Бутылін, «Навіны рэгіёна». І пра надвор'е. Яго на Магілёўшыне будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Яна сфарміравалася ў халоднай паветранай масе. Ціск будзе расці. По области на четвер воблачно с прояснениями, у день переважно без опадков. Местами шерень, на особных участках дорог гололедица. Температура ночью до минус 17, минимальная при прояснениях до минус 23, максимальная дённая минус 8, минус 13, по Могилеве 11 градусов морозу. Пятница и суббота так само прогнозуются по зимовому холодными. Яшчэ больш навін на нашым сайце tvrmogilyov.by, таксама ў групах у сацыяльных сетках. А я з вамі развітваюся, дзякуй за ўвагу і да сустрэчы.